понаедались сетиком картошки молодой, понапивались кефира, чая. А чё мне так плохо видно? Что за камера, блин? Когда у меня Кэнон будет? Ночью камеры не снимают. В общем, идем налаживать пищеварение. Собаки гавкают. Девять часов. А уже темень такая на улице. Иначе зима. Луна огромная просто. Сейчас покажем. Эти говорит, какая зима, жара, говорит. Ну что, ветерок, глянь, как подул, хорошо. Днем 31 градус. Ой. Как хорошо. У меня сегодня банный день был, Эдик. Я голову мыла. Какая пыляка. Это ж не Донбасс. Сейчас пыль пройдет. Да нету там никакой пыляки. Пошли. Ай. Ой, ну что б я то гавкала? Чё делать нечего. О, а это кто? Кот? Луна. Она огромная. Просто огромная. Тиха украинская ночь. Прозрачное небо. Звезды блещут, свои тремуты превозмочь, не хочет воздух. Александр Сергеевич Пушкин. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, звезды блещут, свои дремуты превозмочь, не хочет воздух. Чуть трепещут серебристых тополей листы. Луна спокойно с высоты над белой церковью сияет. И пышных гетманов сады, и старый замок озаряет. Эдик! Боже, боже, как сверчат сверчки здесь. А как тут люди живут? Ужас, они как орут. Да не бойся, это дроны. Капец. Тут у них окраина какая-то. Луна. А у тебя что-то съемки там ночной никакой не может? Не знаю, есть, наверное. Вот это наш и есть. Это ночная съемка. Ага, пустырь, пустырь. Я говорю, сейчас отсюда вылезет какая-нибудь нечисть. Ёжики. Какие ёжики? А чё мы не взяли фонарик? Я взял фонарик. И где он? Вот он. Так свети. А что я свети? Под ноги. На, что мы увидим? Под ногами. Дорогу. Ну вот. Ну когда фонариком светишь, ты далеко ж не видишь. Вот делать нечего. А? Вот делать нечего. Кому? Нам. Капец. Как они сверчат. Ой. Он черный, его не видно ночью. Он смыться. Привет! Такой черненький, такой отъевшийся. Котенок. Ку-ку.
Ты чё к чужим идёшь на руки, а? Хороший. Интересно, это кошка или кот? Или кот? Иди, иди домой. А луна все ярче и ярче светит. Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди сюда. Что, скучно тебе, да? Скучно? Кс-кс-кс-кс. Иди сюда. Иди, хороший. Мистическая встреча. Таке мале.